смотри. Включай. Слышишь, смотри. На камере видно, что снимает камера. Видишь сейчас? Что она видит? Ну, убийство видит, до сих пор видит. Ага. Не могу понять, там нога или нога. А бок? Бок? Где бок заканчивается? Ага. И еще слева где заканчивается? На кружке каком-то. Так. Хорошо. Все. Все, этого достаточно. Я не хочу. А, вот на этом заканчивается. Вот. Хорошо. Спасибо большое. Ой, боже мой, кто? Она сегодня работает? Ну, наверное, что она не все время работает. Ну, 3 часа был человек, уже 8, она даже еще не пишет. Может, она взяла в руку мясо? Зефир. Стресс. Мой зефир. А. Мяу. Что, обычно спокойно русский? Включи. Так ты ж понакачивал. Включи хоть этот. Хоть YouTube включи. Да, уж этим пунктом я сейчас включу YouTube. Я тебе могу показать как. Ну ладно, значит посмотрим. Возьми в руку мясо, посмотри. Взял в руку мясо. Хороший мальчик. Тихо, пожалуйста. Чем ты устраиваешь мою пустыню? О, тоже будут убийства. О, с этим не пропадешь. Актер. Морковник. Панфилов. Это русский? Да. Фильм не видел. Да, Панфилов уже видишь. Кто это такой? А этого не знаю. А? Не знаю. Больше ног, однозначно. Ну, ладно, там какие-то мышцы. Мне кажется, надо другой фильм. Это ты покусал. Покусал Ты что, умна? Так, что это уже дальше такое строение? Тоже, наверное, какое-то убийство. Ты что, умна, что ли? Катя умна.
5 ваннах, как и не уходили с того фильма. Что, один и тот же, что ли? Прикол. Ты что, умная? Нельзя, что ли, этого, да? Заблудшие. Где мама с дочкой? Иди. Ну, советуй. Ну, я видела, что ты, когда начинал игры рисовать, ты открывал картинки в интернете вообще, да? Сам смотрел на игры. Ты можешь просто вдохновиться, полистай. Обязательно срисовываешь. Достойный совет. Серьезно. Хороший совет. На самом деле было полно фото картины Ивана. Трагическая гибель звезды порождает новую жизнь. Какой же? Нас загибнут, чтобы мы жили. Мы — это звездный пик. Где наш синий, красный, зеленый, желтый, синий. Мы долго считали, что все вращается вокруг нас. А Млечный Путь совсем как молоко на небе. Но потом мы узнали, что Земля не центр Вселенной. Знаете ли вы, где мы? В каком районе наша галактика? В каким еще Московском есть во Вселенной? Что за фигня идет? Все не знают, где живут во Вселенной. Многие могут мыслить так масштабно. 90% всего во Вселенной невидимо, неизвестно.